Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Басова Анна Юрьевна. Можно я встану, давайте. А вы откуда приехали? Ну, я являюсь преподавателем Центра искусств Серова, города Шахты Ростовской области, преподавателем изобразительного искусства. А, вы участник выставки, да, посвященной Елене Петровне. Я немножко расскажу предысторию. Когда мы объявляли конкурс художественного и изобразительного искусства, посвященный тайной доктрине, конечно, у нас мало было надежды, что кто-то откликнется. Но кто рисует понятие тайной доктрины? И вот мы получили письмо, где я открыла файлы и увидела знакомые понятия. Планетарная цепь, монада, космогенезис. И так далее. Еще более я удивилась, когда увидела подписи. Это были дети 11, 12, 13 лет. И я подумала о том, что вот ради этого можно было, только ради одного этого случая, можно было организовывать этот конгресс. Потому что мы изучаем тайную доктрину много лет, есть свои наработки, а дети ее уже рисуют, они проявляют. Вам огромное спасибо. Я хотела бы спросить, скажите, каким образом все-таки ваши дети смогли нарисовать такие эзотерические понятия? Как вы им это донесли? Честно скажу, вы знаете, для меня, для самой это было ново, да, изучение вот этой тайной доктрины, да. Конечно, мы ее изучили в кратком содержании, потому что это все-таки большой труд. Вот. Но даже это краткое содержание дало понятие детям вот это такого абстрактного мышления, да, философии. Для меня самой было удивительно увидеть, как дети открылись в своих работах. Вот. Это тоже для нас, для меня, для самой загадка. Может быть, вот дети в этом возрасте, да, вот это на подсознательном уровне, да, все происходит. И еще скажите, какие могли бы быть предложения организаторам конгресса или пожелания? Вот вы сегодня первый день, и для вас это впервые пребывание на таком конгрессе. Скажите, насколько доходит идея теософская зрителям или участникам конгресса, которая, в принципе, не занимается теософией? Насколько она раскрывается? Ой, сложный вопрос. Это очень интересно все действительно. Вот, да, узнавать что-то новое вызывает, да, огромный интерес. Может быть, пока это тяжело для понимания, да, это нужно все переварить, переосмыслить. Вот, но, честно скажу, не знаю, что вам предложить. Мне кажется, все очень интересно. Спасибо огромное. А не появилось ли желание глубоко изучать тайную доктрину? Вы знаете, может быть, да, потому что вот изучить себя, да, изучить, для чего мы вообще на этом свете, всегда эти мысли посещают человека, я думаю, вот, ну... Очень здорово. Мы рады, что на конгрессе мы можем донести сложные теософские темы из тайной доктрины настолько ясно, просто, что приходит такая мысль, что основа человеческого существования, начало при вхождении человеческого духа и проявления этой эволюции человеческого сознания, ее действительно нужно просто знать. Спасибо вам огромное за участие, за добрые слова, за ваше поздравление к конгрессу. Привет городу Шахты, школе искусств имени Серова и Ростовской области.